Привет, Политех! Пятый международный фестиваль «Книгомарт» открылся 10 марта в библиотеке имени Молчана Сибирского. И сегодня мы расскажем вам о проекте «Дорогами Великой Победы», включающей в себя две книги, созданные под редакцией издательства «Ирниту». Презентация состояла из двух блоков. В первом блоке рассказывали о книге «Война застала меня за игрой в шахматы», созданной по тетради Сергея Мухачева, который прошел всю Великую Отечественную войну. Когда я ее закончила читать, я поняла, что это будущий наш проект, потому что книга по накалу своему, она, конечно, выделяется среди документалистики, потому что она написана простым человеческим языком, простым сибирским парнем из маленькой деревушки из Усольского района, который начал свою войну в июле 41 года и закончил ее 10 мая 45 года. Во втором блоке анонсировали альбом «Бессмертный полк» под издательством Иркутского политеха. В нем собраны родственники сотрудников издательства, которые воевали во время Второй мировой войны, а также рассказаны их истории. Главная идея этого проекта – это, конечно же, связь поколений, связь времен. Это дань памяти нашим предкам, которые прошли дорогами войны, в ратных подвигах, в сражениях, да, принесли победу нашему народу. Мы сегодня с благодарностью вспоминаем их имена и формируем свой бессмертный полк. Кроме презентации, на «Книгомарте» с 10 по 12 марта можно было посмотреть и купить книги издательства «Ирниту». Надеемся, в следующем году «Политех» снова нас порадует своим присутствием на этом замечательном фестивале.